кибербезопасность – это один из главных на сегодняшний день трендов и разработки. И Евгений Касперский, собственно, со своей лабораторией на сегодняшний день делает очень много, и государство в этом отношении стремится действительно к какой-то нахождению каких-то защитных систем, в том числе и аппаратных решений, потому что еще ко всему прочему все в любых компьютерных либо цифровых устройствах, все чипы, это разработка именно сами устройства памяти, оперативной и зачастую глобальной, это устройства, которые, собственно, далеко не российского производства, в которых тоже существуют свои закладки, которые тоже легко цепляются, анализируются, включаются вирусы и так далее. Вот сейчас в том числе и разрабатывается в Российской Федерации, не разрабатывается, а уже приступили к производству чипования русского, которое дает возможность еще и на системе Касперского основываться на русских чипах, которые будут более защищать нас от международного взлома